розныя рэкі, але як мы высветлілі прыкладзе, на Палесі яна найбольш цікавая, найбольш любімая і найбольш, мабыць, прывабная. Присутствие журналистов дает возможность узнать большему количеству человек о наших местах, о наших услугах, о нашей деятельности. Ну и привлечь внимание, конечно, только с этим связано, с положительными моментами связано ваше пребывание здесь у нас. Турист туристу рознь, потому что те туристы, которые интересуются дикой природой, это ну, одна из таких групп вот этих туристов называется бедвочеры, то есть туристы, которые интересуются наблюдениями за птицами, да? И в целом туристы, которые направлены на экологический туризм, они очень трепетно относятся к природе, особенно западные, то есть они не то что не будут мусорить, они даже чужой мусор уберут, вот, если встретят на своем пути. А проблема мусора скорее связана с, к сожалению, с нашими местными жителями, да, то есть белорусами, ну и вообще с постсоветскими людьми, которых просто, ну, как по мне, так недообразовали просто. Остались такие места, где можно это почувствовать и слиться с природой. Когда живешь в городах, асфальтные дороги, панельные коробки делают сложное существование Homo sapiens, как для млекопитающего. Уже не первый раз на байдарках. Мы сплавлялись в прошлый раз по Случи, но она была вся корягами, а теперь мы по Великой реке Припять. Я считаю, что каждый уважающийся белорус должен сплавиться хоть раз в жизни на байдарках по Припяти. Судовный коллектив, судовная команда, и я думаю, что мы можем перемагать на любых спаборництвах.